Коллеги, добрый день! С вами Сергей Наумовский в рубрике «Совет недели» на канале «Автомаркетолог». Продолжаем нашу серию фрагментов про обучение отдела F&I. Залогом успеха в отделе F&I является профессионализм и знание своих продуктов. Давайте для примера возьмем продукт «Помощь на дороге». Вроде бы совершенно известный и популярный продукт. Однако даже в этом продукте нередко ответ сотрудника на вопрос «А зачем мне это?» является достаточно примитивным. Но это если вы сломаетесь, вас эвакуируют до ремонтной мастерской. И вот такой вот примитивный ответ вызывает у клиента непонимание, зачем ему этот продукт, и отказ от продукта. В то же время продукт «Помощь на дорогах» – это целая наука, и понимание ситуации и различных типов эвакуации может являться ключом к продаже этого продукта. Давайте посмотрим короткое видео, где показана эвакуация с паркинга. Отдельно хочу обратить ваше внимание на этот автомобиль. Именно такое оборудование используется для эвакуации автомобилей с надземного и подземного паркинга. То есть даже для эвакуации с паркинга требуется специальное оборудование. Давайте посмотрим еще одно короткое видео. Эвакуация из труднодоступных мест. Такая ситуация может случиться с каждым, даже с владельцем внедорожника. Съехали в кювет. Бывает ситуация, когда ваш клиент попал в беду, автомобиль утонул. Как ему помочь?
Официальное название этой эксклюзивной услуги – извлечение из труднодоступных мест. И вот таких ситуаций может быть множество. Именно эти ситуации мы разберем на программе «Именно». Напоминаю, что 5 декабря «Автомаркетолог» совместно с Академией РУАД запускает комплексную программу профессионального обучения специалистов отделов F&I дилерских компаний. Зарегистрироваться можно по ссылке ниже. Присоединяйтесь!